Что находится по ту сторону экрана? Узнать ответ на этот вопрос и пообщаться лично с теми людьми, кто ежедневно создает телесюжеты, фильмы и многое другое, смогли школьники городского округа. Щелковское телевидение в очередной раз распахнуло двери для юных гостей, учеников гимназии номер 6. Узнать подробности работы телеоператора, ведущего, корреспондента, режиссеров монтажа и телеэфира, всех тех, кто создает контент, смогли школьники, участники российского движения детей и молодежи. Однако одно дело послушать интересный рассказ, и совсем другое – попробовать сделать что-то самостоятельно, например, поработать на камеру в телестудии. Здравствуйте, меня зовут Киселева Варвара, и это новости на Щелковском. Это очень необычно. Больше всего понравилось сидеть в комнате, где записывают диктора. Очень интересно и увлекательно. Для меня это новое, конечно, побывать на студии. Это очень интересно. Понравились люди, которые выпускают весь материал в эфир. Их не видно в кадре, но они выполняют очень важную работу. Осматривают сам материал и следят за его качеством и за качеством передаваемого сигнала. Главное, эта встреча вызвала живой интерес у ребят. И какую бы профессию в будущем они ни выбрали, воспоминания от посещения телецентра и такого живого общения останутся навсегда. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.